Всем приветик, с вами Черри Бу. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас новая распаковка посылок с сайта AliExpress. Как обычно, ссылки на все эти товары вы найдете в инфобоксе под видео. Поэтому, если что-то вам понравится и заинтересует, обязательно туда загляните. Также там вы найдете много других полезных ссылок. Медленно, но верно, понемногу посылки начинают ко мне возвращаться. Поэтому их я уже открыла, а часть даже успела протестировать. Давайте скорее начинать, я всех приглашаю к просмотру. Первая на сегодня посылка приехала ко мне в клеенчатом пакетике без пупырки. И в ней до меня доехала давным-давно ожидаемая хотелка. Это зубной порошок, 100% натуральный, в объеме 30 грамм, на основе угля. Баночка абсолютно пластиковая, не было никакой картонной упаковки. На ее донышке наклеена наклейка с датой 12.12.2019. Я очень рассчитываю, что это дата создания этого порошка, а никак не дата завершения срока годности. Я уже успела им хорошо попользоваться. Сейчас я открою и покажу вам, как он выглядит внутри. Есть специальная пластиковая заглушка, и сам порошок очень мелкий, он абсолютно не имеет никакого вкуса и запаха. Было очень много положительных отзывов, но само собой мое внимание привлекло заявленное отбеливание зубов. Я уже также неоднократно говорила вам, что я просто повернута на этой теме, а также на различных темах ухода за полостью рта. На камеру со вспышкой консистенция видна лучше, порошок очень хорошо переносится на влажную зубную щетку. И да-да-да, кого интересует этот вопрос, когда вы начинаете чистить зубы, вся ваша ротовая полость становится насыщенного угольного черного оттенка. Также в процессе чистки вся ваша раковина покроется мелкими черными брызгами. Может, это я так неаккуратно чищу зубы, но раковину отмыть очень сложно. Пока я пользуюсь этим порошком не очень долго, но хочу сказать, что как минимум визуальный эффект отбеливания виден. Еще один немаловажный плюс, который я могу выделить, так это то, что неприятный ненавистный налет не появляется на ваших зубах даже после приема пищи. Для меня это очень важно, поскольку я никогда вне дома не чищу свои зубы, имею в виду посещение различных кафешек. Поэтому продолжу этот порошок тестировать с удовольствием, и я очень надеюсь, что он не вызовет у меня какого-то сильного привыкания. Могу вам его посоветовать. Следующая небольшая посылка приехала ко мне в клеенчатом пакетике без пупырки. И в ней также находится небольшое продолжение темы отбеливания зубов и ухода за полостью рта. Наверняка каждый из вас уже знаком с такими карандашиками для отбеливания. Если же нет, то я покажу вам один из самых бюджетных и неплохих вариантов. Для поддержания белизны я заказываю его уже несколько лет. На одной из его сторон расположена кисточка. С ее помощью мы распределяем жидкость, которая находится внутри карандаша, на наши зубы. На кисточку жидкость из упаковки выкручивается, поэтому с другой стороны карандашика находится так называемый распределитель. Сам карандаш пластиковый, и на нем нет никакой информации по поводу состава, поэтому я думаю, что это будет первым пунктом, чтобы отпугнуть тех, кто всегда следит за составами. Сам гель прозрачный, имеет едва уловимый легкий кисловатый запах и привкус. Я наношу его обычно на передние зубы верхнего и нижнего ряда по линии улыбки и оставляю где-то на 15 минут. Далее споласкиваю и чищу зубы зубной пастой. Самое прикольное и в какой-то степени даже неприятное в этом моменте – это сидеть с широкой улыбкой и выжидать нужное мне время. Я довольна результатом, опять же повторюсь, как человек не курящий, меня полностью устраивает эффект. Я не могу сказать, что действие этого карандашика пролонгированное и ярко выраженное, но, как мне кажется, мои зубы выглядят лучше. Использую я его примерно 2 раза в неделю, но опять же посоветовать тем, кто придирчив к упаковке и составу, не могу. Далее идет еще одна небольшая посылка, которая приехала ко мне в клеенчатом пакетике с пупыркой. И здесь оказался очередной красивенный чехол для моего телефона. У меня iPhone 8 Plus, на упаковке вы видите наклейку 7 Plus, чехлы для этих телефонов идентичные. Как обычно, такой чехол приходит в пакетике, и внутри находится поролоновая подложка. Опять же, в очередной 101 раз повторяюсь, что я очень люблю различную любовную тематику в аксессуарах, поэтому, увидев такой красивый силиконовый чехол с сердечками, опять же не смогла пройти мимо. И не успев налюбоваться голографическими переливами,
Первое, что бросилось мне в глаза, так это наличие картонки, на которой и нанесен голографик, то есть это не напыление на сам чехол, как я думала ранее. Единственное, что меня сейчас радует, так это то, что я имею такой картонный шаблон, поэтому смогу вырезать абсолютно любой рисунок, какой только пожелаю для этого чехла. Или для любого другого прозрачного. Нужно будет перебрать в очередной раз мою коллекцию. Сам чехол сделан из очень качественного плотного силикона, но наличие этой картонки, конечно, немножко мое настроение подубавило. Для своего телефона я всегда заказываю только силиконовые чехлы, потому что боюсь его поцарапать, стараюсь носить аккуратно. В этом плане в моей голове тоже определенный пунктик – неприятно прикасаться к царапанному телефону. Вы видите небольшое пятнышко, но оно находится на картонке. Я ее почистила, и все в порядке. В целом могу вам его посоветовать – достойный бюджетный чехол. А эту небольшую посылку, которая приехала ко мне в клеенчатом пакетике без пупырки, я ждала с огромным нетерпением. До сих пор поражаюсь, как такая хрупкая вещь приехала ко мне без поломок. Вроде бы я уже не маленькая девочка, но мне до безумия захотелось иметь ободок с кошачьими ушками. Самой сделать лень, AliExpress спешит на помощь. Покажу вам поближе, как аккуратно этот ободок сделан. Обратите свое внимание на кружевные ушки. Кружево отрезано и приклеено очень ровно. Основная часть здесь металлическая, и она очень хорошо перетянута атласной ленточкой. На концах у ободочка находятся пластиковые наконечники. Мне кажется, он выглядит очень круто, прям моя фантазия разбушевалась. Очень милая вещичка, наконец-то буду хоть чем-то волосы от лица убирать. У наконечников немножко торчит клей, но я думаю, что это не страшно. Обруч очень тугой и хорошо убирает волосы. Долго этот ободок искать мне не пришлось. Оказывается, это одна из самых популярных моделей на AliExpress. Поэтому, если вы ищете что-то подобное, обязательно сделайте такой заказ. А дальше просто без комментариев. Я готова в этом ободке сходить на работу. К моим выходкам люди там уже давно привыкли, поэтому думаю, что особого удивления они не испытают. Советую, советую и еще раз советую. Следующая посылка приехала ко мне в клеенчатом пакетике с пупыркой. И в ней находились давно ожидаемые мною солнечные очки, опять же, очень бюджетные. Помимо тоненького zip-пакета, в котором находились сами очки, не считая основной упаковки с пупыркой, в пакете не находилось никакой дополнительной защиты, поэтому я также осталась удивлена, что очки приехали ко мне не поломанными. На Али я перепробовала огромное количество различных солнечных очков, которые были бюджетными, и практически всегда они приходили ко мне поцарапанными. Рассмотрим эти. Они полностью сделаны из пластика, меня это радует, поскольку даже очки для зрения я никогда не заказываю с металлическими вставками. Они у меня также вызывают аллергию. Хорошее упругое крепление, подходящая для меня ширина. Также есть стандартные металлические болтики, которые я обычно заливаю прозрачным лаком. Очень часто в процессе носки такие болтики у меня раскручивались, поэтому осталась такая привычка. По крайней мере, по моим первым визуальным впечатлениям, я не вижу каких-то видимых даже мелких царапин. Это не может не радовать, особенно за такую стоимость. Конечно, видно, что это не дорогие очки, а совсем дешевые, но меня это абсолютно не пугает. Потому что, как минимум, очки аналогичного качества в наших магазинах и даже на рынке будут стоить просто в разы дороже. Если вас, точно так же, как и меня, не пугает их дешевизна, то присмотритесь. У продавца есть еще несколько расцветок. Меня полностью устроило качество и их внешний вид. И, кстати, это мои первые однотонные очки. Обычно я всегда заказываю какие-нибудь с градиентными переходами. Следующая небольшая посылка приехала ко мне в бумажном пакетике с пупыркой. В моей последней распаковке, где я показывала вам новый черный кошелек, я говорила о том, что специально к нему я заказала себе и новую визитницу для пластиковых карт. И вот, наконец-то, она у меня. Достав ее из пакета, я сразу поняла, что здесь что-то не так. Давайте распакуем. Пока что первое, что очень сильно бросилось мне в глаза, это наличие небольшой дырочки в районе застежки. Дырочка очень маленькая, конечно, ни на одной из моих предыдущих визитниц подобного не было. Я уже сейчас обдумываю такой момент, чтобы можно было туда привесить, может, какой-то брелочек или какую-то брошку. Ну а лучше какую-то стразинку или бусинку на маленькой ножке. Ну а вот и подвох с одновременным сюрпризом, который меня ждал, когда я достала ее из пакета. Я сразу поняла, что она слишком тонкая.
а тонкая она, потому что здесь всего лишь 4 листочка для 8 карточек. Сразу стало понятно, почему эта визитница такая дешевая. Здесь на каждом из листочков по 2 кармашка. Я несколько раз усердно пересчитывала, наверное, пыталась найти какой-то дополнительный вкладыш. Поэтому далее первое, что я сделала, это пошла читать информацию на страничке товара. Да, все верно. Эта визитница оказалась всего лишь для 12 карточек. То есть должно было быть 6 страничек по 2 кармашка на каждой. Я понимаю, что в последнее время я очень часто делаю заказы в какой-то спешке и могу быть совсем невнимательной, но я все равно хочу спросить, где мои еще 4 кармашка? Короче, дырка, нехватка листочков, похоже, прислали мне в этот раз полную некондицию. Я не буду открывать спор, эта визитница стоила совсем бюджетно, совсем копейки, невелика потеря, но постараюсь в ближайшее время найти какой-нибудь вариант поприличней. Карточек у меня гораздо больше, поэтому и вам советую смотреть визитницы именно с большим количеством отделений. Не знаю, может быть, она больше подойдет для студентов, потому что, допустим, в моем студенчестве у меня не было много пластиковых карточек, поэтому как-то так. Следующая совсем небольшая посылочка приехала ко мне в клеенчатом пакетике без пупырки. И здесь оказался давно ожидаемый бальзам для губ, который я очень хотела попробовать. Такая милая и забавная вещичка. В первую очередь меня порадовало то, что он абсолютно не оттеночный, а самый обычный прозрачный. Маленькая компактная упаковка, будет удобно носить его с собой. Также здесь совсем небольшой объем, всего лишь 2,4 грамма. Как вы видите, на упаковке также нет никакой информации по поводу состава и сроков годности. Покажу вам поближе сам стик, выкручивается очень хорошо, самый обычный напоминает вазелин. Такие бальзамчики вам положат рандомно. Есть несколько разных вкусов, но нет возможности выбрать какой-то определенный. И также нет никакой информации, какие это вкусы. Можно только догадываться по цвету упаковки. Поэтому вариант, который положили мне, оказался для меня загадкой. Я не могу определить точно, какой же это аромат. Отдаленно напоминает какое-то черничное варенье, но очень-очень-очень слабо. Скорее запах больше кремовый, с какой-то небольшой фруктовой отдушкой. Также меня порадовало, что на губах он не имеет никакого неприятного для меня сладкого вкуса. Обычная гигиеническая помада. Следующая небольшая посылка также приехала ко мне в клеенчатом пакетике без пупырки. Мне очень интересно, знаете ли вы, что это такое, а может быть даже уже пользовались. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я же продолжу мою распаковку и скажу сразу, что я решила заказать такую вещь первый раз. Ну как, вы уже поняли, что же в этом маленьком пенальчике? Его можно использовать даже как брелок. И мой любимый фиолетовый оттенок упаковки. Вообще, в нынешнее время очень хорошо будет привесить такую вещичку даже на ваши ключи. Ладно, не буду вас томить, открою упаковку и покажу содержимое. С первых нот можно даже подумать, что это какие-то маленькие блокнотные листочки для шпаргалок. Но на самом деле это далеко не так. Эти тоненькие листики – это обычное мыло. Я уже устала от обычного кускового или жидкого, поэтому захотела попробовать какой-то новый и интересный для себя вариант. Для моей работы это будет очень удобно. Просто взяла с собой и положила в карман. Не нужно будет постоянно лазить в шкафчик и брать мое обычное. Опять же повторюсь, иногда я бываю очень лениво, поэтому хочется, чтобы все нужное всегда было со мной, без лишних движений. Проведем небольшое тестирование. Наношу себе на руку немного воды. И посмотрим, пенится ли это мыло и будет ли у него какой-то запах. Как вы видите, появляется пена, но воды нужно гораздо больше. И скажу сразу, что запаха нет абсолютно никакого. На мокрых руках при мытье все работает гораздо лучше. Буду советовать вам такое мыльце, несмотря на то, что в упаковке всего лишь 20 штучек. Но в какой-то степени это очень даже неплохой дорожный вариант, если вы находитесь в какой-то дороге. Даже не будем рассматривать работу. Поэтому как вариант для каких-то путешествий я вам его рекомендую. Как минимум, пока вы направляетесь из пункта А в пункт Б. Я думаю, что такая штучка имеет место быть в запасе. Не знаю, как вы, но лично я, когда направляюсь в какие-то путешествия, не люблю тащить с собой много каких-то громоздких вещей. Я предпочитаю использовать какую-то косметику в маленьких упаковках. Следующая небольшая посылка приехала ко мне в клеенчатом пакетике с пупыркой. Слишком давно я не заказывала себе с AliExpress разные колечки и решила исправить это положение. Мои пальчики в последнее время заскучали, поэтому мне захотелось порадовать их небольшими подарками.
Оба этих колечка в 8-м размере. Я наткнулась на очень интересные экземпляры для себя и решила взять сразу оба. Одно сделанное под серебро и второе под розовое золото. Давайте именно с него и начнем подробный осмотр. Мне кажется, что оно сделано очень даже добротно. Я не вижу никаких визуальных изъянов. Очень аккуратное кольцо и, конечно, видно, что оно отличается от натурального золота. Камушки. Все блестит и сверкает, как я люблю. Оно пришлось мне в пору как на указательный, так и на средний палец, левой и правой руки. Даже есть небольшой запас. Покажу вам его поближе в сравнении с моими золотыми колечками. Камушки такие яркие, такие переливающиеся, мне очень нравится этот блеск. Если не присматриваться, то издали можно подумать, что это на самом деле настоящее золото. Посмотрите, какая красота! Очень тонкая и аккуратная работа. Люблю повторять эту фразу, особенно когда такие вещи этого заслуживают. Этим колечком я осталась очень довольна. Мне нравится, как оно выглядит на моей руке. Просто красота. Я в восторге. Посмотрим теперь поближе на колечко, сделанное под серебро. В свое время я очень часто заказывала украшения, сделанные именно под этот металл. Мне кажется, оно сделано ничуть не хуже, чем предыдущее. Очень красивый блеск, и металл напоминает серебро. Камушки точно так же переливаются и сверкают. Еще одна аккуратная и очень тонкая работа. Посмотрите на эту прелесть. Не удержалась, хочу показать вам его совсем близко. Колечко имеет очень странную пробу, JP18K. Интересно, что бы это значило, может быть, бриллианты в 18 карат. Я, как сорока, очень люблю блестящую, сверкающую бижутерию, и, наверное, никогда не прекращу ее заказывать. Колечко хорошо заходит на мой пальчик. Посмотрите, какая прелесть. Оно сверкает ничуть не хуже, чем кольцо, сделанное под золото. Сейчас я жду еще несколько подобных колечек, сделанных под серебро. Нельзя обделять вниманием и мою левую руку. Здесь у меня, наверное, указательный палец немного потоньше, поскольку колечко зашло совсем свободно. Никак не налюбуюсь такой красотой. Очень носибельные варианты, которые подойдут не только для обычного повседневного стиля, но и для любого другого романтичного. Кольцо, сделанное под золото, имеет аналогичную пробу, также JP18K. Еще одна неизвестная для меня загадка, наверное, буду всем рассказывать, что это настоящее золото-бриллианты. Пока я тут любовалась собой и примеркой, обнаружила, что данные камушки у нас вращаются. На мой взгляд, такая необычная деталь, которая ничуть не делает эти кольца хуже. И само собой, если эти колечки вам понравились, то, конечно же, я буду вам их рекомендовать. И есть небольшой страх, что они слишком быстро облезнут и потеряют свой красивый внешний вид, но я стараюсь сейчас об этом не думать. Колечки стоили совсем бюджетно, очень быстрая доставка, поэтому присмотритесь, и также я надеюсь, что они не будут у меня вызывать аллергии, хотя бы в первое время. Поэтому рекомендую, советую, на смену, чтобы освежить образ, я считаю просто идеально. И последняя на сегодня посылка также приехала ко мне в клеенчатом пакетике с пупыркой. И это оказалась одна из самых долгожданных посылок-потеряшек последнего времени, которая была заказана еще на ноябрьскую распродажу. С помощью AliExpress я уже успела выиграть спор. Продавец на мои письма абсолютно никак не отвечал, поэтому я думаю, что и сообщать ему о получении я также не стану. По очень выгодной цене, меньше чем в $1 за одну бутылочку, я решила попробовать новое для себя топовое покрытие, без липкого слоя, в объеме 8 мл. Шиния, также на упаковке нет никакой информации по поводу состава, и она абсолютно пластиковая. Поэтому не буду рекомендовать это топовое покрытие тем, кого всегда интересует состав, и качество упаковки. Я же, как и говорила, себе не изменяю, продолжаю тестировать различные бюджетные штучки. Для такой стоимости упаковка выглядит более чем достойно, на мой взгляд. Бутылочка матовая, не скользящая в руке, это очень удобно. Консистенция мне также понравилась, она в меру жидкая, я думаю, что новичок также справится с ней без проблем. Также порадовало наличие едва уловимого запаха, который иногда бывает очень резким в таких бюджетных топах. Особенно сильно это проявляется при снятии старого покрытия. Вот поэтому я стараюсь не изменять моему многолетнему топовому любимчику, его я вам также показывала в моей последней распаковке. Покажу вам поближе кисточку. Она стандартная, привычная для нас, очень маленькая и упругая. Как вы успели заметить, порадовало то, что абсолютно ничего не протекло за такое долгое время доставки. Пока по моим первым ощущениям, я осталась этим приобретением довольна.
Надеюсь, что это топовое покрытие понравится мне в использовании, не будет затираться и не будет скалываться. Продавец мне абсолютно не понравился, буду смотреть, какой же у него товар. Но все равно постараюсь найти для вас ссылку на этот топ, которая будет в описании. Если все же не найду, то знайте, что ссылка у продавца сгорела. Дорогие мои, такая распаковка у меня сегодня получилась. Я надеюсь, что видео стало для вас информативным и полезным. Огромное спасибо, что вы провели эти несколько минут вместе со мной. Я, как всегда, с нетерпением буду ждать ваши комментарии и вопросы, и с удовольствием на них отвечу. Спасибо за ваши лайки и подписки на мой канал, мне очень приятно. На сегодня это все, о чем бы я хотела вам рассказать. Надеюсь, что с вами и вашими близкими все хорошо. И пока-пока, увидимся в следующих видео.